Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, прошел в Видновской детской школе искусств. Роль педагога важна в жизни каждого, ведь именно он закладывает в ребенка не только необходимые знания, но и вдохновение, мотивацию и желание добиваться своих целей. На протяжении обучения человек встречает разных наставников, и все они заслуживают благодарности за свой труд. Поздравили учителей почетные гости мероприятия. Хочу еще раз вас поздравить. Еще раз сказать вам спасибо, поклониться за ваш труд. Сегодня мы здесь для того, чтобы сказать им слова благодарности, поздравить, ну и где-то наградить, поощрить тех, кто заслужил это больше всего. Ежегодно талантливым педагогам вручают награды и денежные сертификаты за отличие в профессиональной деятельности. Опытный педагог начальных классов Оксана Казьмина ведет активную общественную жизнь и принимает участие в различных конкурсах. За плечами 38 лет педагогического стажа. Работу очень люблю. Всегда молодым говорю, что нужно принимать участие активное во всех конкурсах, потому что это очень интересно. Нужно идти со временем. А участие в конкурсе это только развивает, помогает в работе. Поздравила все педагогическое сообщество начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева. Хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, профессионального роста. Горите сами и ведите за собой детей. 2023 год объявлен годом педагога и наставника, и поэтому в планах привлечь как можно больше внимания к этой профессии и показать ее значимость для нового поколения учителей. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.